20-летний подозревается в изнасиловании пенсионерки. Преступление совершено в Угличе. Как следует из материалов уголовного дела, ночью подозреваемый через подсобное помещение проник в дом 82-летней жительницы, напал на нее и изнасиловал. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. От подозреваемого поступила явка с повинной. Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на 6 лет.